Солдатские песни, прием на службу по контракту и сборка автоматов. С такой изюминкой в программе отметили День города в парке «Семья». Со школы нас отправили в оздоровительный военно-патриотический лагерь. Там нас учили одевать ОЗК, горные подготовки, медицины, а также разбирать и собирать автоматы. Специально на праздник приехали гости из воинских частей Самары и Казани. Они развернули пункт отбора на военную службу по контракту. Но несмотря на серьезность происходящего, праздничное настроение сохранялось и у суровых военных мужчин. Хотелось бы поздравить наших жителей города Нижнекамска с праздником и праздником Нефтехимии. Пожелать всего самого хорошего, процветания. Не остались в стороне от поздравлений и нижнекамцы, ведь день рождения любимого города – веский повод высказаться. Мирное небо, чтоб все живы и здоровы были. Желаю городу счастья, чтобы он процветал, все новые парки строились. Ну, все хорошо было, у людей большая зарплата была. Так-то город очень стал красивым, ярким, и вот для развлечений с детьми очень много мест сейчас. Поздравляю всех жителей Нижнекамска с Днем города, с Днем химика, счастья, здоровья, благополучия, процветания нашему городу. Вы любите этот праздник? Конечно, и каждый год ходим. Большая праздничная концертная программа должна была состояться и в парке Тукай, однако погода и здесь внесла свои коррективы. Все детские игры, развлечения и конкурсы были отменены, а вот фестиваль гармонистов перенесли в библиотеку Тукая. Со всей республики съехались любители-гармонисты. Их не испугала наша пасмурная и дождливая погода. Национальные мелодии придавали празднику неповторимую атмосферу. Анастасия Попова, Максим Липин, новости НТР.